Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Питера Друкера «Практика менеджмента. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и сродниться с колокольчиком. А мы начинаем. Факт номер один. Автоматизация не заменит потребность в специалистах. По мнению писателя, мнение о будущей замене роботами наемных сотрудников ошибочно. С развитием технологий появляются новые рабочие места, возникает потребность в высококвалифицированных кадрах. Новые технологии требуют децентрализации. Во время экономического кризиса компании прибегают к сокращению управленческой структуры. Технические специалисты не способны заменить менеджеров. Управленцу приходится контролировать все больше процессов, что ведет к чрезмерной нагрузке. Нужно внедрять инновации. Факт номер три. Мифы о бизнесе. Три основных. Прибыль является обязательной составляющей предпринимательской деятельности, а не ее целью. Бизнесом руководят люди, а не экономические факторы. Задача предпринимательской деятельности – создание клиента. Маркетинг и инновации. Основные функции бизнеса – маркетинг и инновации. Первое охватывает весь бизнес. Под инновацией подразумевается производство продукта более высокого качества по сниженной цене. Факт номер пять. Время – скоропортящийся продукт. Концепция производительности должна учитывать все усилия, влияющие на конечный продукт, а не только физический труд. Время – ускользающий из рук ресурс. Прибыль связана с риском. Предпринимательская деятельность – непрерывный процесс, ориентированный на будущее. Последнее невозможно достоверно прогнозировать, следовательно, само получение прибыли связано с риском. Корпоративный дух активирует внутренние резервы. Действия менеджера зависят от поставленных задач, которые должны приблизить компанию к цели. Справится ли менеджер с задачей, зависит от корпоративного духа. Именно он мотивирует управленца реализовать внутренний потенциал. Восьмой факт. Кодекс поведения. Моральные принципы, основанные на честности, порядочности и справедливости, способствуют формированию надлежащего духа у руководства. Для менеджмента важны четкие нормы поведения, основанные на достоинствах людей. У горлышка бутылки. Успех всего бизнеса зависит от самой узкой составляющей – руководящего звена. Любому предприятию нужен орган управления и контроля. Организация не может работать эффективнее, чем ее руководство. Десятый факт. Менеджер нового поколения. Эффективный менеджер завтрашнего дня должен понимать все этапы и процессы бизнеса, прогнозировать будущее события, проявлять гибкость, планировать, приспосабливаться к переменам. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Практика менеджмента». Подписывайтесь на канал, роднитесь с колокольчиком, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».